Просто непонятно, что значит просить у мамы денег. На что? На наркотики? Да это просто уебство. У меня было такое. Я просил. Ну, я маме всегда отдавал. Хотя... Не, у мамы не... Блядь, у мамы не просил. У всех, блядь, просил. У всех клянчил. А у мамы... Она мне просто сама кидала. Она понимала, что со мной что-то не так. Со мной что-то не то. И кидала мне там 5 000 от пенсии. Вот. Теперь она ни в чем не нуждается. У нее все есть. Помимо того, что я просто ей денег, ну, ну это минимум 100 000 где-то я ей перечисляю. То есть, а все остальное, все, что касается ремонта дома, покупки какой-то вещи там, сковородки или там кондиционер установка или еще чего-то там, покупка каких-то гаджетов там, слуховых аппаратов, поездки куда-либо, еще что-то, это все отдельно оплачивается. То есть вот 100 000 ровно вот на мелкие расходы, чтобы вот ходить в магазин и покупать все, что хочешь из еды, все. А если потребности возрастут, я буду и больше переводить, но просить... Ну, может быть, просил, ну, типа, там, до понедельника. Ну, всегда переводил больше, в 2 раза потом обратно. Вот. Так, чтобы вот попросить денег и все, и на этом закрыться. Нет, это какая-то, ну, экстренная ситуация. А теперь даже экстренная ситуация, я не прошу ни у кого вообще. Это значит, ты просто сиди и будь в этом. Тебе кажется, что, блядь, нужно денег. Не нужно тебе денег. Не нужно ни у кого вообще просить. Ни у мамы, ни у друзей. Даже у работодателя, если он тебе не платит зарплату, не надо просить. Просто смиряешься и становишься вот... Ну, совершаешь вот хотя бы тут маленький подвиг свой. Перестать дергаться. Ну, это пидорский жест просить у кого-то денег. У мамы это вообще западло, блядь. Просто. И не говоришь, что типа это, типа ты такой мудак. Все так делали, я так делал. Было такое дело. Ну, чтобы я оставил без денег, такого не было. Поэтому смотри, как ты, что значит попросить у мамы денег? Оставить ее без денег хочешь? Забрать у нее последнее? Я не просто не знаю. Нихуя, не должен ты просить денег у нее. Нет. Все. Нет денег. Возникло желание попросить у мамы, найди деньги и дай маме. Вот это надо сделать. Спрашиваешь, ну можно ли просить? Нет. Вот я тебе говорю, что можно, и не то, что можно, а то, что нужно. Возникло желание попросить у кого-то денег, найди деньги в другом месте и дай тому, у кого ты хотел попросить. Вот чисто технически. Вот чтобы проработать в себе эту гидру, блядь. Мразь эту. Особенно с мамой. Захотел маме позвонить. Разъебался. Просто в лепешку нашел денег и дал ей в 2 раза больше, чем то, что хотел попросить. Вот так надо поступить. Это практика. Еще раз про вот это на еду, на жилье и так далее. Сел и умер, блядь, с голоду. Вот об этом наш чат. Об этом наша практика. Все остальные вопросы не ко мне. Вопрос, стоит ли у мамы просить денег, если нет еды и надо платить за жилье? Нет, нужно сесть и умереть с голоду. Ну, начать умирать. То есть ты же боишься умереть с голоду, поэтому у мамы начинаешь денег просить. Вот сядь и начни умирать с голоду. Сразу найдется картошечка. Сразу найдется кусочек маслица, чтобы пожарить, блядь. Сразу твой ум найдет, как восполнить вот этот пробел без еды. Жилье найдется сразу какое-нибудь. Под кусточком крышу себе какую-то соорудишь, переночуешь, пока нет возможности, да, за жилье платить.